Сегодня в общественной приемной Харцизского отделения движения «Донецкая республика» личный прием граждан провел министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец. Пользуясь возможностью обратиться непосредственно к руководителю ведомства, горожане озвучили министру более десятка жилищно-коммунальных проблем. Одним из самых частых поводов для обращения харцизян в общественную приемную движения «Донецкая республика» является их недовольство работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства Харцизска. Вот и сегодня, чтобы пообщаться с министром строительства и ЖКХ лично, у дверей в приемную выстроилась внушительная очередь. Сергей Наумец со своей стороны пригласил поучаствовать в диалоге с местными жителями руководителей коммунальных предприятий города. Присутствовала на мероприятии и глава горадминистрации Виктория Жукова. Большинство вопросов ожидаемо касались процесса восстановления разрушенного жилья. Например, житель Иловайска Александр Цуканов посетовал на то, что еще в 2016 году на восстановление его сгоревшей в 2014 году квартиры были выделены все необходимые строительные материалы, но бригады, которая смогла бы провести работы, пока нет. Все материалы есть. Минсоц, в принципе, определил центры занятости, чтобы тоже участвовали и помогали местным администрациям реализовывать данные программы, которые в республике есть у нас. Материалы есть, но теперь надо Иловайск подать поручение и, наверное, взять на контроль. Прозвучали в ходе сегодняшнего приема граждан традиционные жалобы от горожан на протекающие крыши. Харцизянка Нона Викторовна, жительница 76-го дома по улице Вокзальной, на встречу к министру пришла не с пустыми руками, а с фотографиями своей квартиры после течи кровли. До 1 мая течь в кровле будет устранена. Денис Иванович, на контроль 2. Я понял. Сами выйдете, посмотрите, зайдете к Ноне Викторовне, послушайте ее мнение, как сделать качественно. После нескольких подобных жалоб, которые харцизяне подкрепляли фото и видеосвидетельствами, у министра, разумеется, появились некоторые вопросы к руководству городской службы единого заказчика. Дополнительное разрушение в доме получается, и гораздо дороже все это будет стоить устранять. Вам же, жертву, потому что вы потом и ремонт в квартире будете человеку делать за то, что не вовремя выполнили свои работы. Очередной прием граждан в Харцизске пройдет в предстоящую среду 25 марта. На вопросы горожан будут готовы ответить представители Министерства иностранных дел ДНР.